Приветствую вас, друзья мои и гости канала. С вами я, Антонина Абрамкина. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. И буду рада каждому, кто появится на моем канале. Открывайте плейлисты, там тоже много интересных видео. Сегодня у нас второй прогноз на май 2020 года для знака зодиака Девы. Но вначале, как всегда, немного информации о важных моментах месяца, о которых следует знать. Благодаря моим прогнозам улучшится ваше настроение. Переключите свое сознание на позитив или хоть как-то вас подтолкнут к действиям по достижению ваших целей. Итак, 11 мая Сатурн уходит в ретродвижение. Сатурн – это строгая планета, это работа, это карьера, это цели. И до 29 сентября будет в ретроградном движении. С 14 мая планета Юпитер, социальная планета, тоже пойдет в ретроградное движение до 13 сентября. Дальше с 13 мая по 25 июня Венера, планета денег, любви, отношений, который находится в знаке Близнецы, для вас благоприятном знаке, потому что и Близнецами, и Девами управляет Меркурий. Значит, вам тоже идет какая-то дотация. Но Венера тоже будет ретроградной, поэтому заманчивые перспективные романтические отношения присматривайтесь, приглядывайтесь, но они не будут долгосрочными, я так думаю. Вот. И много, конечно, из-за ретроградности Венеры будет разборка в отношениях. В отношениях именно проверка на прочность. Поэтому умерьте свои амбиции, не высказывайтесь лишнего, ничего не говорите партнеру. Это партнер не только супруг, это и любимый человек, это и коллектив. Поэтому следите за тем, что говорите. Плутон с 25 апреля по 4 октября тоже в ретроградном движении. В общем, эти мощные планеты, а Плутон – это монстр, можно даже сказать, важные планеты будут как-то диктовать нам условия, события жизненные, которые следите за расположением планет, и о чем они вам, каждая планета, будет говорить, через события направлять вас. Именно вот это скопление планет, и плюс туда еще войдет кармический узел 6 мая поменяет свое движение, уйдет от козерогов и раков, уйдет в близнецы, опять же. И опять это тоже не только близнецов, коснется все знака зодиака, но вас, девы, непременно коснется. А кармический узел раху – это северный узел, который нас направляет к новым жизненным проектам, которые нам придется принять. И здесь никуда вы, девы, от этого не убежите. Работать придется много, трудиться много. В то же время будете удачными, и движения, которые будете, они в проекте, перспективы будущего, конечно, они сыграют хорошую для вас роль. Солнце движется по 9-му дому вашего гороскопа, но с 22 мая, когда Солнце перейдет в Близнецы, оно перейдет в ваш 10-й дом гороскопа. А пока сектор путешествий, чужой культуры, дальних стран, поездки, если, конечно, разрешат ехать, а то пока сидим тут в изоляции. Вот. Сама жду не дождусь, когда это все безобразие закончится. Ну и, конечно, сопровождает Меркурий, бизнес, связи, поездки, договора и контракты с партнерами из других стран. Так что давайте все в онлайн переходите и работайте через онлайн. Знакомьтесь, общайтесь, другого пока варианта нет. Но все эти как бы заложенные в данный момент события, они потом проявятся
мир практичный, материальный мир. Так что и на это обратите внимание. И Венера, это деньги, любовь и благополучие, движется весь месяц по 10-му дому вашей карьеры. И на это тоже следует обратить внимание. Это деловые встречи, пусть даже онлайн, договора, подписание контрактов, клиенты. Здесь все это пойдет на ура. Но я говорю, может, кто-то уже работает, а кто-то, может быть, онлайн, может, через интернет. Важные покровители обратят на вас и на ваш бизнес. А может, многие девы вообще скажут, мы будем блогерами, вот как я, например, и будем блогерской деятельностью как-то расширять это направление в работе. Поэтому на это тоже обратите внимание. Ну и, конечно, вот так как все это будет происходить, скопление планет, все это в 10-м доме, и еще переход кармического узла, оно тоже, девы, для вас в 10-м доме проиграется. 10-й дом – это вершина, это карьера. И все мы стремимся, и вы оказываетесь как раз в 10-м доме социального статуса, перехода на новый уровень, переезд, может быть. И с 12 мая Меркурий входит тоже в 10-й дом вашей карьеры. Эти 5 светил, которые... И все они будут находиться, тихо-тихо переходить, все перейдут в ваш 10-й дом. Это просто как стеллиум планет, это аспект миллионера. Я вам сказала, что в предыдущих видео я вам подскажу, когда этот аспект миллионера в следующий раз проиграется. Вот как раз вот он здесь в мае и проигрывается. И этот шанс... влияние планет, я не говорю, что они вот прям, но они как-то через события будут вас двигать, и вы это почувствуете прилив сил, принимать решения в работе вам придется, потому что эти планеты, которые вас просто как каток асфальтный мячик толкает, а вы будете бежать впереди. Они просто будут вас двигать по карьере, потому что это 10-й дом. И дом карьеры и работы. То есть решение в любом случае будете принимать. Ну что скажут карты? Мы сейчас посмотрим. Первая колода у меня колесо года. Красивые такие карты я выбрала специально. Здесь вот это как раз гармоничные отношения, договора, контракты. Но здесь я некоторые делаю действительно какой-то спонсор скажет, дорогая, давай поженимся. И вам здесь колечко будет предложено для свободных дев. Новый путь, отшельник открывает новый путь. Как раз про то, что я говорила. И колесо фортуны. Ой, ну такие хорошие карты вам девы выпали. Аж прям... крылья за спиной выросли. Я тоже дева. Вот. Аж засияла, улыбка расплылась по всему экрану прям. Вот. И действительно, вот это то, чего мы ждали. Ждали перемен, приятных перемен. И это как раз то, что планеты, ну как 10-й дом, я больше буду говорить, конечно, про карьеру. Это 10-й дом, работа, это... движение, но это для дев, которые не стремятся к переменам карьерных и не стремятся к карьерным высотам, это отношение все-таки Венера здесь. Но если новый знакомств, то и на него обратите до 13 мая, потому что с 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной, то эти отношения, которые завяжутся, они быстро закончатся. Поэтому не торопите события, просто присматривайтесь пока, если новые знакомства. Если это значительно раньше произошло, то тут стоит присмотреться к партнеру. Но все-таки здесь партнеры – это бизнес-партнеры, это новая деятельность, это новое направление, и у дев совершенно новый период, период того, что вы будете думать, но здесь вам высвечивается новый путь, новая дорога, и так как здесь духовный монах вышел, это будет связь надолго, и духовно вас будет объединять, вы как духовное родство почувствуете друг в друге, что вы давно искали друг друга, и это будет радостное событие. Если бизнес, то это перспективный бизнес и перспективные перемены в работе, в деятельности, и об этом говорится
говорит колесо фортуны. Это можно говорить, трактовать бесконечно. То есть смотрите, то, к чему мы стремимся в данный момент, каждый из вас, девы, это зависит от внутренней вашей цели. Я трактую, а у вас идет трактовка внутренняя по тем целям и то, чего вы хотите достичь. Я просто по своим целям, у меня крылья выросли, что вот такие карты выпали. Я много чему стремлюсь, я человек очень деятельный, у меня минуточки свободной нет, распределена она. Я и мама, и бабушка, и жена дальнобойщика, и путешествие, и участок. То есть просто у меня нет ни минуточки свободной, но я успеваю снимать видео, разработать. Все это я делаю сама и спать ложусь не в 8, не в 9, а и в 12, и в час, пока оформляю все эти видео. То есть поэтому только полагаясь на себя, но все ответственные вопросы жизни я выполняю на 5 с плюсом. Поэтому я вам тоже желаю. Потому что я рада, что вот такие карты нас выпали и радуют. Но следующая колода у меня колода волшебников. Или уж не вытаскивать. Уж такие три карты хорошие выпали. Или уж не доставать другие. Ну как же, здесь клиенты, это бизнес. Посмотрите, то, чего вы делаете, расширяется. Давайте я вытащу следующую карту и не буду показывать. Но эта карта башни говорит о том, что все меняется в лучшую сторону. И третья карта, паж жезлов, это новый путь. Ой, как красиво говорила, здесь придется дополнять то, что красиво говорила. Вот это ваш бизнес, то, что вам жизнь предложит новое колесо фортуны, да, и здесь появится возможность расширить свои, если вы блогер, здесь у вас подписка будет 1 000 000 подписчиков от того, что вы предоставите неожиданным образом в ваших жизненных проектах для интересных людям. Вот здесь подумайте, какой путь избрать. Ну, это я так как бы образно сказала. Но это то, к чему вы стремитесь, то, что вы делаете. И сейчас будете думать, размышлять то, что вам начнет приносить доходы. То, чем вы будете заниматься в перспективе будущего, даже если участок вы сейчас как бы, может, грибы начнете выращивать, я уже это начала, между прочим. И здесь пытаюсь, по крайней мере. И это принесет большие доходы. То есть берите на заметку, вот сейчас, пока время есть, подумать, какие идеи вам в голову сейчас выпадают, и вы на этом чувствуете какой-то азарт, что я смогу это сделать, вот это начнет приносить доходы. Чувствуйте, и вот эти планеты, которые сейчас на вас навалились, они вас действительно будут, как я сказала, двигать как каток, а вы будете впереди бежать, идей будет полно. И у вас уже будет программа, как это реализовать. И дополнительную информацию, конечно, берите в интернете. И здесь, видите, вот эти знания, вот эти ваши, они потом приумножит капитал больших денег. Вы перейдете на большие деньги. И дальше мы сейчас посмотрим Таро зеленых ведьм. Что они скажут? Спонсоры. Спонсоры, покровители, любимый человек. Это король кубков, человек, который вас поддержит. Если это спонсор, он настолько, посмотрите, здесь изобилие, процветание, курочка жареная. Я думаю, это виноград, а это какие-то цветы синие. Мне кажется, это чертополох. Это трава колдунов и ведьм. Ну, ладно. В общем, появится человек, который вас заинтересует чем-то новым, как раз вот как колесо фортуны. Здесь вы настолько колдуны и ведьмы. Это
зеленых ведьм, мне приходится так говорить. И здесь чему-то новому вы будете обучаться, и новые предложения, которые посыпятся на вас от интересных предложений, вы не сможете удержаться, потому что вот эта карта мудрого гуру, вы уже выросли, и вы уже достигли того, что вас проанализировали, вас уже посмотрели, и что вы умеете делать. И вот это предложение новое, оно будет настолько вам интересно, что вы не удержитесь, но здесь придется корректировать что-то. Может, поездки, может быть, будете как учиться чему-то, астрологии, например, да, или еще чему-то. То есть здесь психология, здесь, то есть нужно будет ко всему этому что-то еще подучиться, то есть красиво, чтобы это все преподнести, чтобы было интересно вашему спонсору, может быть, именно в том направлении, которое он заинтересован через вас, но предложение будет перспективное. Я искренне вам желаю, пусть это все произойдет, и пусть эта карта нового пути и новых стремлений, все это реализуется с масштабными проектами и с миллионными доходами. До новых видео. Пока.